Томми, я... Томми, послушай. Он подрядчик. Подрядчик, ясно? Мне нужна эта работа. Понимаю. Ладно, поговорим об этом утром. Поговорим утром. Ага, да, пока. Эй! Подвинься. На работе достали, да? Чего не спишь? Уже поздно. Ой, сколько времени? Тебе давно спать пора. Но еще не полночь. Солнышко, не надо. У меня нет сил пререкаться. Вот. Что это? С днем рождения. У тебя ведь часы сломались. Ну, вот я и решила. Нравится? Нравится? Что? Очень, но... Слушай, они же не идут. Что? Нет. Дочь, откуда у тебя деньги? Дурь. Я приторговывала дурью. Отлично. Поможешь выплатить кредит. Ага, сейчас, мечтай. Спи, котенок. Алло? Сара, мне нужно поговорить с твоим папой. Дядя Томми, сколько времени? Позови папу, скорей, тут... Дядя Томми? Алло? В чем там дело? Вот елки, забыла отдать открытку. Папа? Папочка? Ты здесь? Оказались связаны с эпидемией, охватившей страну. Где ты ходишь? Есть сообщение, что у пораженных инфекцией отмечаются вспышки агрессии и... Утечка газа! Надо выводить людей! Эй, вы! Судя по всему, там что-то происходит. Бегите отсюда! Что это было? Что происходит? Его телефон. 8 звонков. Где тебя носит? Позвони мне. Иду.
Наконец-то. Сара, ты цела? Да. Никто не приходил? Нет, а кто мог прийти? Не подходи к дверям. Стой, где стоишь. Папа, ты меня пугаешь. Что случилось? Это Куперсы. С ними что-то не так. Они больные. Чем больные? Боже. Джейми! Папа! Детка, сюда. Скорей. Джейми! Это же... Ты слышишь, что я тебе говорю? Не смей! Скорей. Скорей. Господи. Ты выстрелил. Сара. А мы только утром. Послушай. Тут творится что-то страшное. Надо отсюда выбраться. Ты меня слышишь? Да. Томми, давай скорее. Да. Где тебя носило? Ты можешь объяснить, что тут происходит? У меня есть идея. Охренеть. Давай, залезай. Ты же весь в крови. Она не моя, мы просто уезжаем. Говорят, половина города с ума посходила. Может, уже поедем? Зараза была такая. Можешь сказать, что случилось? Потом. Эй, Сара, ты как, солнышко? Хорошо. Не включишь радио? Само собой. Спасибо. Без связи, без радио. Да, офигенно. Еще минуту назад были новости. И что сказали? Сказали, армия перекрывает шоссе. Вокруг Трэвис нет въезда. Надо валить отсюда. 71. Ну, я так и собираюсь. А сколько умерло? Думаю, много. Нашли одну семью, их растерзали Томми. Прямо в доме. Да. Прости. Господи, что же это такое? Они не знают. Но не только наш город. Сначала сказали только на юге. Теперь уже и восточное побережье, и западное. Просто... Это ферма Луиса. Надеюсь, он успел унести ноги. Уверен, что да. А мы больны? Нет, конечно нет. Ты уверен? Говорят, это что-то со здешними. Мы в порядке. Разве Джимми не здешний? Да, и он тоже. Просто знаю и все. Ладно. Давай остановимся. Ты что это делаешь? Езжай давай. С ними ребенок, Джоэл. С нами тоже. Здесь хватит места. Эй! Не смей Остановите! Тормозить, Томми. Стойте! Если бы ты видел, что видел я, еще найдется кому помочь. Мы могли помочь. Одно и то же в голову приходит. Можно просто сдать назад и... Эй, чего стоим? Поехали! Разворачивайся. Господи. Томми! Томми! Твою мать! За хрень? Что за хрень такая? Ты видел? Да, я видел! Охренеть! Сворачивай давай! Нет, 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 нет. Ну, ребята, с дороги. Откуда они бегут? Выбирайся отсюда. Я пытаюсь. О, нет. Не останавливайся, Томми. Не могу же я их задавить. Делай что-нибудь. Сзади тоже люди. Туда, вот туда. Держитесь. Давай. Папа? Эй! Пап! Назад, детка. Отойди. Я в порядке. Yeah!
Дай мне руку. Что такое? Нога болит. Сильно? Сильно. Придется убегать. Твою-то мать. Тони, прикрой нас. Давай, детка. Держись крепче. Папа, он умер. Страшно. Глаза, Сара. Они горят. Сара, не смотри. Смотри только на меня. Мы стоим, бежим. Куда? Мы выберемся. Обещаю. Сюда! Переулок! Вперед! Господи! Он мертв! Господи! Почти пришли! Почти пришли, малыш! Они прорвались! Иди вперед! Найди выход! Пошли! Быстрей! Беги к шоссе! Что? Беги, спасай Сару! Я догоню! Ждем тебя там! Живо! Почти пришли! Папа! Не бойся, мы пришли. Пришли. Эй, нам нужна Стой! Помощь. Моя дочь сломала ногу. Не с места! Ладно. Слушайте, мы не больны. На внешнем периметре двое гражданских. Указание? Папа, как же дядя Томми? Отнесу тебя и вернусь за ним, хорошо? Сэр, но тут ребенок. Но... Есть, сэр. Да послушайте, мы еле дошли. Мы просто... О, черт! Не надо. Сара. Сара. Так, убери руки. Ничего, ничего. Боже. Потерпи, милая, потерпи. Все будет хорошо. Посмотри на меня. Так, иди-ка сюда. Потерпи, потерпи. Держись, милая, держись. Я знаю, детка, я знаю. Сара. Дочка. Не бросай меня. Пожалуйста, не бросай меня. Сара. Я... Господи. Господи. Прошу тебя, не убирай, прошу тебя, не бросай меня. Дочка. Господи. Официальное число жертв превысило 200 человек. В штате введено чрезвычайное положение. На улицах лежали сотни и сотни тел. Паника среди населения вызвана данными Всемирной организации здравоохранения о неудачном испытании вакцины.
Бюрократы лишились власти, и теперь мы сумеем защитить. С сегодняшнего дня в Лос-Анджелесе также введено военное положение. Все граждане должны прибыть в указанные им карантинные. Голодные бунты, связанные с нехваткой продовольствия, продолжаются, не ослабевая, уже 3 дня. Ответственность за оба теракта взяла на себя группа, именующая себя ЦК. Они призывают к восстановлению всех властных структур. Демонстрации протеста начались в ответ на казнь 6 приверженцев ЦК. Повстряньте вместе с нами. Оказавшись в полной тишине, слушайте голоса. Доверьтесь цикадам.